Всем приветики. Хотел бы дать небольшую рекомендацию тем, кто будет записывать экран через OBS. И, наверное, через другие программы. Что, когда вы записываете экран, и открыто окно OBS, то есть вот на фоне, то есть, допустим, вы записываете экран, и OBS у вас на фоне, немножко подлагивает. Не знаю, как там на записи, но когда сам двигаешь по экрану мышкой, она слегка подлагивает. А чтобы этого не было, нужно OBS сворачивать. Я когда сворачиваю, все, у меня мышка вообще двигается легко, плавненько, вообще максимально все классно. А когда разворачиваешь, чувствуется мышка иногда вот как будто бы не плавненько идет, а с каким-то вот подтормаживанием. Это именно из-за того, что вот получается, много окон создается. То есть в этом окне видно вот маленькое, в том маленьком еще маленькое. То есть создается миллион этих окон. То есть в большом окне маленькое, маленькое, и вон они пошли уменьшаться. Из-за того, что куча окон создается, и в каждом повторяются все твои действия, идет небольшое подлагивание. А когда сворачиваешь, то вот если посмотреть, что там делается. Мне кажется, там ничего не делается. Оно просто, картинка останавливается. И оно не лагает. А так, когда он развернута, картинка показывается, и оно лагает. А там она просто, мне кажется, замирает, картинка, и оно особо не должно лагать. Вот. Ну или хотя бы она там уменьшена и не так жестко. Ну, когда я сворачиваю, я прям ощущаю прирост производительности. Так что, если вы тоже будете записывать экран через OBS, рекомендую вам сам OBS сворачивать в панель задач. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока. Покедова.